что за ультиматум? Ультиматум? Привет, Барбара. Как ты заметила, это ультиматум. Тебе, если ты не поняла. За что ультиматум? Барбара, мы любим и уважаем тебя, но твои вещи загромождают убежище хуже, чем космическая коллекция Брейника. Да ладно! Все не так плохо! Плохо! Участница Диана Принц. Я торжественно клянусь, что съем столько пирогов, сколько... Смогу. Нет времени на болтовню, Принц. Хорошо. Веди меня, милая Гестия, к вечной славе! У-ху! Вперед, Диана! Да, конечно! Мне нужна твоя помощь. О, чувак, что ты здесь делаешь? Что случилось? Меня ударил какой-то луч. Но я думал, только криптонит может... Это был криптоновый луч. Боже. Я не знаю, переживу ли я это. Но наш мир нуждается в нас. А что мы без тебя? То есть, мы все равно прекрасны, но все же... Ты нужен мне, напарник. Я готов. Ты должен повернуть время вспять, летая вокруг Земли. Постоянно. Это сработает? Да. Да, я все время так делаю. Ладно, ладно, я понял. У меня получается! Отлично получается! Продолжай, я скажу, когда сработает. Привет, Ди. Хорошо выглядишь? Хорошо? Этого мало? Я должна выглядеть завораживающе. Школьная фотография — это для меня самое важное в жизни. Ты же говорила, что самое важное для тебя — встреча с колдуном Саргоном. Это было вчера, а это сегодня. Представь! Я наконец-то звезда. Лучший маг в мире, и все люди обожают меня. О, подождите, что это? Маленькая Лорен ищет свою любимую звезду в интернете. И что она видит? Плохое школьное фото! Вот и все. Пуф! Все, ради чего я работала, напрасно. О, не волнуйся. Я думаю, все твои фанаты будут помнить этот неприглядный завиток у тебя на голове. Что? Где? Надо бежать. Пока. Нет, стой! Оливер! Кара! Кара? Мы пришли посмотреть, как ты себя чувствуешь. О, знаете, восстанавливаюсь после победы над Металлом и... спасение мира вообще. Сестры, чрезвычайная ситуация! Думсдей напал на город! Думсдей? Ладно, где ты, Громила? Я готова сразиться! Где же он? Тебе уже лучше? Мне уже супер! Кара, Кара, просыпайся! Кара, послушай меня! Кара, проснись! Мы слишком близко! Кара, Кара, проснись! Умоляю тебя, Кара, прошу, проснись! А почему ты не можешь вернуться в постель? Вернуться в постель... А ты как спала? Кусок торта и ноги? Что это значит? Один плюс один равно слезы из глаз. И два меча. Привет, Диана! О, привет, Барбара! Что означают эти рожицы и картинки? О, это смайлики! Самый лучший и быстрый способ общения. Например, последний значит, что Кара не любит математику. Но это же не слова. Да, это символы. Ставишь несколько, чтобы получился смысл, как секретный код. О, я поняла. Спасибо, Барбара. Пожалуйста, пока!